Друзья, всем привет! Сегодня у нас снова нож от компании SOK. И это нож под названием PentArc. Выглядит таким образом. Агрессивный клинок. Стали VG10. В корпусе из термопластика GRN. В черном цвете. Клипса спрятана заднюю часть, будто бы загнута. На клипсе имеется характерная гравировка со сквозными отверстиями. Замок Arc Lock. У компании SOK он очень часто будет озвучиваться. Ну, по своей конструкции очень и механизму очень схож с Axis Lock'ом компании BHMade. Два шпенька под правую и левую руку. У основания выраженные насечки. На обух не переходит. Обух имеет спуск. Режущая кромка, понятное дело, не представлена. Но кончик острия имеет заточку, что придает дополнительную проникающую способность и некую агрессивность. Долы симметричны с двух сторон, строго по центру, выполнены достаточно аккуратно и эффектно. Ну, углубление в термопластике с аббревиатурой компании, замок аналогично Axis Lock'у функционирует и удерживает клинок в разложенном и сложном состоянии достаточно надежно. По характеристикам: общая длина 224 мм, клинок 102, по обуху 3,6, сталь VG10. Данный нож производится в Японии, ну и бренд, понятное дело, американский. 60-61 по Rockwell твердость данной стали. Спуски прямые. Замок Arc Lock. Bitblazed покрытие в сером цвете представлено. Вес, несмотря на то, что он достаточно немал, составляет всего-навсего 125 граммов. Компактный, популярный. Один из популярных, если его относить к разряду пентагонов. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии и до свидания.